Исходя из нашей оборонительной доктрины, использование этих кораблей не повлияет на оснащенность, на динамику перевооружения военно-морского флота. И поэтому в этой ситуации деньги будут оптимальным образом потрачены на собственные изделия. Мы как заказчики все обязательства выполнили. Мы в соответствии с контрактом оплачивали все этапы. И теперь сдача корабля зависит не от нас, а от французской стороны. Если французская сторона считала возможным по каким-то соображениям нам не возвращать, то все эти ситуации прописаны, опять же, в контракте. Мы будем просто действовать в строгом соответствии с буквой контракта, выставлять претензии, возвращать наш аванс. А вот что будет делать французская сторона, это, наверное, нужно спросить будет у них. Я думаю, что у них будут достаточно большие сложности с этими двумя высокотехнологичными и сложными изделиями, потому что там присутствует и российское оборудование, которое, конечно, будет демонтировано, возвращено. Отказ от подобного рода поставок – это всегда потеря лица. Рынок вооружения военной техники – это специфический рынок, и поэтому, конечно, и другие страны уже будут по-другому смотреть на возможности выполнения всех обязательств, которые французская сторона в данном случае не выполнила.